Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня я вам покажу игрульку, которая называется «Я монстр». Сенсация! С возвращением, пока вас не было, врагов, уничтоженных вашими монстрами 66. Игрулька, ребята, своего образа кликермен, да? Но она отличается вот своей такой вот стилистикой. И, кстати, ребята, разработчики этой игры те же самые, что сделали для нас Кунг-фу Кликер, и также они сделали Dungeon Incorporation. В общем, для вас эти игрушечки должны быть знакомы. Ну что же, вот так вот мы с вами ходим, уничтожаем людишек. Воу, победи 70 врагов. Ага, это у нас первое задание такое, я так понимаю. Ну что ж, будем пытаться. Ё-моё, нифига тут армии. У нас здоровье, ну, тратится, потихонечку тратится, но мы его... Похоже, монстр впитывает энергию из всего, что уничтожает. Эй, эта энергия можно воспользоваться для улучшений. Так, улучшение, смотрим, ребята. Улучшение отряда. Навыки, урон от навыков 100%, и здоровье. Слушайте, я думаю, что нам нужно сделать атаку, улучшить. Так, а где моя вся энергия? Вон она, наверху. Ёлки-палки, ох, я его сейчас прокачаю. Да-да, ребята, это точно игрушка-кликер. Но здесь мы зарабатываем энергию и тратим чисто на своего монстра. И, как я понимаю, он здесь будет не один. Их здесь будут разных видов и очень много. По-моему, вот здесь вот можно даже посмотреть. Хе-хе-хе, вот они. Тут их будет очень и очень много. Еще плюс какие-то питомцы. Но это скоро в игре. А в данный момент они пока отсутствуют. Вот это что такое 0 из 25? Пока не знаю, честно говоря. Ну вот у нас есть вот такой вот ядерные кошмары. Это типа Рокзора. Я думал, это Годзилла. Ну что же, давайте продолжать дальше бомбить городишко это. Опа, отлично. Ну, графика очень красивая, мне нравится. Сочная такая. Вот единственное, что мне не нравится, ребята, это вот у них постоянно все игры почему-то вот в узком формате идут. Немножко раздражает, честно говоря. Так, битва с боссом начать. Давай посмотрим ее. Мех МК-1. Ну-ну-ну, давай, иди сюда. На-ка! Сынок, ёлки-палки, на кого он свои кулачки-то выставил? Так, поздравляем, вы заработали ультраэнергию. Бесчест. Босс повержен. Так, вы заработали очки бесчестия. И что нам это дает? Мы только посмеялись, блин. Какая мощь! Требуется подкрепление немедленно! Генерал Армстронг орет. Так, второй район, ребята, у нас открывается. И мы начинаем дальше продолжать бомбить этих сосунков. Нате вот вам всем. Да у нас, ребята, просто супер Годзилла. И им все нам нипочем. Вот так вот. Бомбим их. Так, у нас, кстати, улучшение написано, можно сделать. Давайте мы улучшимся, естественно. Вот так вот. Здоровья... На здоровье пока не хватает. Тут тоже пока не хватает. Ну, нам и этого пока достаточно, да? Что ж такое, опять показывается. А, ну понял, как только у нас накапливается энергия, нам сразу сообщают, что мы можем что-то улучшить. Ух ты, что, мы... Посмотрим, удастся ли нам призвать нового друга. Джули Ци. А кто это такая? Это, видимо, кто создает этих монстров. Так, я тоже хочу узнать. Ох ты, портал. Бесплатный призыв. ДНК монстров. Призывайте редкие и эпические ДНК. Призыв. Бесплатно. Ну-ка, давай посмотрим, кто тут. X1 монстр. Призыв монстра. Давай. Ёлки-палки, что это такое, ребят? Кто? Что? Да покажись ты. Воу, Горико. Ничего себе, Горико. Слушайте, я хочу... Так, исследование, да, тут у нас какое-то еще есть. А, подпишись сегодня. Ага, 790 рублей в месяц. Шиш там. Не буду я ничего подписываться.
Я пошел воевать. Сработало! Ничего себе, круто! Добро пожаловать в отряд! Ну, оу, я могу взять Горику. Хе-хе, давайте посмотрим, что у... Тихо, тихо, что за удары у нашей Горика? А ну-ка вот этот. Бабух, ничего себе! А вот так вот если... На, кося! А если вот так вот... Вау, разрушительная машина! Я еще могу улучшить, ребят, не забывайте это. Да-да-да, я могу улучшать своих братулек, чтобы они становились еще сильнее, еще мощнее. Ёлки-палки, не завидую я этим людишкам, если честно. Так, интересно, когда будет следующий босс? И как нам зарабатывать вот эти вот супер-пупер ДНК? Кто-нибудь разобрался? Я нет. Так, а может быть, ребята, с уровнем? Так, начать битву с боссом, конечно, начать. И кто у нас вот? Ой, опять это МК-1. Вы... Ох ты, мы тут уже вдвоем, что ли? Или мы выбираем одного-то? Не вдвоем! Накося! Ну, вдвоем-то мы его сейчас заколбасим просто-напросто. Мне еще пишут сдаться, ага. Даже не подумаю сдаваться. Что это такое? Что это? Поздравляем, вы заработали закуски на... Опыт. Закуски. Так, ну и ультраэнергия, конечно же. Бесчест. Сенсация, бесчестие. Вы заработали 250 кристаллов. Максимальное там... А, увеличен максимальный возможный урон вашего монстра. Ну, спасибо, спасибо. Как мне теперь победить? Их теперь еще больше. А ты что думал, генералушка? Вот так вот, не в подворотне семечки лузгать. Сейчас мы с тобой разберемся. Мы, наверное, до него дойдем все-таки рано или поздно и накумарим этого генерала. А пока моя Горику будет тут разбираться со всеми. Ух ты, ребят, что это такое? Бесплатный набор подарков. Ага, можно смотреть, а можно не пользоваться. То есть это за просмотр видоса, да? Нет, не хочу, ребят, сейчас в данный момент. Потому что мы снимаем видос. Какие тут могут быть рекламы, да? Опа, что случилось? Из портала можно получить много крутых штук. Вот, прямо сейчас там есть для вас подарок. Говорит Джули Ци. А где? Где портал? Ну-ка, посмотрим. И что ты мне предлагаешь? Так, смотреть. Три награды. Блин. Так и хотят, чтобы я, ребята, это посмотрел. Грант на исследование. Это что такое? А, ну это подписаться надо. Так, больше разрушения, больше мощи. Это кто такой? 11% шанс получить нового монстра. Гарантированно в одном из 10 призов. Так, а у нас сколько? Я могу только один призов сделать, ребят. Ой, потратьте энергию на улучшение отряда, а потом попробуйте еще раз. А что случилось там? Я не могу понять. Что случилось? Так, что там? У меня что? Я что-то не могу понять. Я думал, что у меня кого-то подбили. Да нет, вроде бы все отлично. Так, используйте портал. Ага, здесь мы с вами забираем всякие фишки. Хе-хе. Воу. Бесчест. Так, отлично. Зарабатываем все-таки. Так, используйте портал призыва 3 раза. Ага. Так, тут у нас уже идут исследования. Потратьте 3 очков навыка. Не хочу я, не хочу я вот это вот делать. Меня вот это вот в данный момент интересует. 2500. Ну, это слишком, блин, дорого, ребята. Слишком дорого. А ну-ка, вот так вот. Йо-хоу. Расколбас тут полнейший, конечно. Так, а дай-ка я возьму... О! Оп-оп, раздавил. Слушай, или я становлюсь слабеньким, или... Или людишки становятся сильнее. Посмотри, посмотри, что тут происходит. Просто расколбас. Ну-ка, дай-ка я здоровье себе немножко повышу. Ничего себе, немножко тут можно повысить. Офигенно, как себе здоровье. Так, давай-давай-давай по максималочке. Отлично. Дальше продолжаем бомбашить. Так, что, куда это он? Куда это он у меня прыганул опять? Опять к боссу? Или в другой район? А?
Ага, в другой район переходит. Он автоматически, ребята, перепрыгивает. Видимо, как уничтожить... А, вот, тут написано. Нужно победить 80 врагов, только после этого он перейдет в другой район. Все понятно. Фига он бомбит, аж дом, аж дом трясется. Ну что ты так долго-то с ним тютюкаешься-то? Вот, взял и раздавил его. Воу. Так, а если я возьму Гарико? А ну, Гарико. Ты, дичь, просто расколбасничай. Все, всех в хлам. Идите отсюда. Не мешайтесь мне. Так, я тоже могу? Нет, пока не будем улучшать. Мало энергии у нас. Надо побольше. Да, очень долго откаты идут, вы заметьте. Ну-ка, прыжок. Ага, хорошо. Мне нравится, знаете, кого он напоминает мне? Я думаю, что вы догадались. Я вам дам подсказку. Это связано с игрой Tekken. Так. Оу, такой расколбасник. Так, опять медаль тут. А, битва с боссом, ребят. Мы можем пойти на драку. Рокзора. Рокзора? Нифига, он такой здоровенный. Ну-ка. Воу, тихо, родной. Что-то мы такие маленькие для него. На-ка. Видите ли, он за людей тут начал, а? Драться. Так, здоровье у него уменьшается, уменьшается. Дай-ка я вот так вот сделаю. О! Победили мы его все-таки, ребят. Так, поздравляем, вы заработали закуски на опыт. И, естественно... Так, босс побежден. Вы заработали редкую ДНК Рокзора. Ну что же, это хорошо, это меня радует. Так, я еще 250, ребят, кристаллов заработал. Хе-хе. Ну что же, уже 505. Отлично. А теперь к усилениям. Да, и что же мы сможем здесь усилить? Так, что ты хочешь мне сказать этим? Бонус ядер... Так, в меню монстры. Ну-ка, выбираем усилить. Ёлки-палки, ничего себе, это я... Чтобы заработать звездочку, нужно вот таких вот 5 усилений нам добыть. Я понял намек. Так, а новый уровень могу? Второй уровень получаем. Вот это я понимаю. Третий уровень. Хе-хе. Создать ДНК. Для эволюции вам понадобится правильный вид ДНК. Из ДНК одной редкости можно создать ДНК другой редкости. В случае, если у вас имеется достаточное количество. Так. То есть нам обычную, мы из нее можем сделать редкую. Из редкой, естественно, эпическую, потом легендарную, а потом мифическую. Не хватает обычных ДНК, но это и понятно, что нам требуется 10. Офигеть. Офигеть, ребят. Ну что же, пока у нас ничего нету, ничего недоступно, мы с вами пойдем бомбить дальше. Че? Че мы тут будем делать? Ничего. Давить, кромсать, крушить. А ну-ка, подожди-ка, а что я могу на Гарике сделать, интересно? Новый уровень получится? Хе-хе, получается. Так, ну давай дальше. Ага, максимальный третий уровень у нас. Создать ДНК. ДНК мы не можем тоже создать, потому что у нас не хватает. Ну что же. Все, мы своих усилили. Теперь можем продолжать бомбить дальше городишко. Теперь вы стали еще сильнее. Это ж надо. Офигеть. Нифига, мы просто... Воу, вот это я понимаю, вот это мощь. Я прям вот чувствую. Ох. Офигенушки. Ну-ка, гори-ка. Давай повеселимся, малька. Вот так вот. Я удивляюсь, как только эти дома не лопаются, блин. Ой, танк, что ты нам сделаешь, а? А ну-ка. Ты-дыщ. Вообще солидно. Так, какой-то броневик тут. Ну-ка, хорош с ним тут тютюкаться, с этим броневичком. Так, последний враг побежден. И мы с вами... А знаете, что нужно крутым монстрам?
крутой питомец. И что же ты мне предложишь? Где-то взять питомца? Так, эксклюзивный питомец Космо. Удваивает энергию, получаемую от врагов. Получить сейчас. То есть это я должен заплатить 299 рублей? Нет, спасибо большое. Я как-нибудь без питомцев обойдусь. Так, ё-моё, офигеть, танкуля такой. Жирный танк. Фиг пробьешь. О, здоровье-то сколько? Тихо, 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 тихо. Давай, Горик. Ой, Горика. Годзилушка моя. Нахлобучим этих охламонов. Ёлки-палки. Так, у нас есть энергия, поэтому давайте, ребята, улучшаться. В обязательном порядке. Вот так вот. Давим. Отлично. Куда ты уезжаешь? Эй, иди сюда. Домик как желейный. Ой, он провалил. Мы его сломали, но... Просто еще один такой танк. Ёлки-палки. Так, ну-ка давай-ка его... О, так, нифига. Дома просто рушим в щепки. Ребят, просто в щепки их. Всех к ядре не фени. Еще один танк едет. Так, сейчас он туда выделывается. На-ка. А ну-ка. Ох ты, круто. Эти человечки вообще нам, знаете, никто. Просто вообще, мы их даже не замечаем, давим. Так что, мы переходим с вами, наверное, в новый район, я так понимаю, да? Ага, 10-й. Бонус ядерные кошмары. На, вот тебе ядерные кошмары. Я им тут всем устрою такой кошмар сейчас. Действительно, блин, я монстр. Что это? Это что там за ракетница бомбит? Видите, вон ракеты вылетают. Так, это мне не совсем нравится. Да елки-палки, что-то у нас слабенькие какие-то, ребята, удары. Ну-ка, давай-ка, Горико. Сделаем бобо всем. Прыжок. Раздавили, расплющили просто-напросто. Оу, пубух. Круто. Так что, а вот, ребята, эти ракетницы, да, значит, ну сейчас я до них доберусь. Ах, им не поздоровится. Тыч. Так, а если... Ой, здоровье. А, ребят, вы смотрите, когда я переключаюсь, он потихонечку восстанавливает себе здоровье, да? Да? Так это ж круто. Что вот так вот мы можем заменить и восстановить здоровье своему напарничку. Это вообще шикарно. Так, давайте-ка мы сделаем, наверное, суперпрыжок. Раздавили. Сколько там еще нужно? 20 врагов уничтожить? Расплюнуть. Людишек мы просто, ребят, с вами давим. Мы даже ничего с ними не делаем. Просто пробегаем по ним и все. Так, давай-давай-давай. Топотуна, давай, топотуна. Вот так вот. А вот этих вот лучше всего сносить. Блин, как долго откат идет, а? Мне нужно, чтобы это все в разы быстрее. Блин, давай Горику брать. Горика. Вот так, солидно. Ох, красота. Начать битву с боссом, поехали, посмотрим, что это у нас тут. Ребят, опять? Ты опять тут? Мех, не пора ли тебе отдуплиться, родной мой, а? Что ты там кряхтишь? Что ты там делаешь? Тебе все равно против нас не устоять. Ну, ребята, поднажали, поднажали. Есть. Нет? Не понял, че? Он Горику подбил мне. Ты прикинь, он подбил Горику. Я надеюсь, Горика-то у меня сможет ожить? Или нет? Так, без чест. Горика, вставай, ты нам нужен. Похоже, армия ничего не может поделать с угрозой монстров. Этой темы мне хватит для репортажей на всю жизнь. Клиффшот. Такой довольный. Ну как, весело? Да, весело, но потом. Все это потом. Веселье прям полное. А, смотрите, ребята, Горика-то мой восстановился. Ну что же, дорогие мои друзья, я думаю, что этого будет достаточно для того, чтобы вы примерно оценили и поняли, что это за игра. Ну, а с вами был Рэй. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых, ребята, видосиков.